А сейчас об организации досуга детей и подростков с пользой для развития. В Твери продолжают работу пришкольные лагеря. Чтобы ребята не только отдохнули, но и приобрели актуальные знания, в Тверском лицее представители регионального министерства цифрового развития и информационных технологий провели урок компьютерной грамотности, на котором рассказали об основах 3D-моделирования. Задание для школьников на сегодня – с помощью компьютерной программы нарисовать обычную мышь. Обучение 3D-моделированию учащихся тверских школ организовано в рамках регионального проекта «Уроки цифры». Занятия проводят студенты, занимающиеся в Министерстве цифрового развития, проходящие практику. Это студенты Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета. Данный мастер-класс проходит в течение всего июня во всех школах города Твери. Уже порядка 40 школ было пройдено. Ученица 8 класса Полина Малиновская увлеченно исследует возможности новой для нее компьютерной программы и делится первыми успехами. Сегодня в специальной программе мы делаем мышь. Для этого нам нужно взять сферы, большую, маленькую и две для ушей. Мы их перетаскиваем на поле, соединяем, можем менять цвет. Занять детей так, чтобы им было весело, интересно и в то же время познавательно – непростая задача для педагогов. Поэтому все мероприятия в лицее тщательно спланированы. Мы проводим для детей различные мероприятия – культурные, спортивные, научные. Посещаем спектакли, посещаем музеи, выставки, экскурсии. Сейчас лагеря с дневным пребыванием, а также лагеря труда и отдыха работают на базе 51 школы Твери. За лето в них отдохнут 4,5 тысячи детей.